Готовим горячее, которое подойдет на любой праздничный стол или просто к домашнему ужину. Готовим из того, что завалялось в холодильнике. Это маленький кусочек сыра, две помидорки и три яйца. Сыр трем на мелкой терке, а яйца и помидоры нарезаем мелким кубиком. Все готово. Теперь нужно помидоры, сыр и яйца смешать вместе. Обязательно добавляем майонез, соль и перец по вкусу. Можно еще добавить чеснок. В фарш добавляю одно яйцо, специи, соль и измельченный лук. Противень лучше застелить пергаментом. Делаем колобки из фарша и выкладываем на противень. Дно стеклянного стакана смачиваем водой и придавливаем колобки. Получаются вот такие гнезда из фарша. Их мы заполняем подготовленной заранее начинкой из сыра, помидор, яиц, майонеза. По желанию, за 5 минут до готовности можно посыпать еще сверху сыром. А рядом укладываю картошку. Отправляем в духовку. А теперь запекаем в духовке при температуре 180 градусов около 35-40 минут. Готово. Хоть на праздник, хоть обычный ужин. Вкусная картошечка по-деревенски и колобки из фарша со вкусной начинкой.